Узнав от Бориса, что у них с Велорой была дочь, и Максим его внук, Зина наконец решает признаться Андрею, что он сын Олега. Только теперь Андрей понимает, почему его отвергла Зиночка. Он разыскивает любимую женщину, раскрывает ей семейную тайну и предлагает начать все сначала. Выясняется, что информацию Максиму передавала его бабушка Велора. Она рассказывает Максиму о врагах семьи, Михаиле и Роме. Максим вычисляет, что Аня – дочь Ромы.